А вы когда-нибудь были Дедушкой Морозом? Что значит когда-нибудь? Я не переставал бывать. Я думаю, любой артист, который мужчина, он обязательно приклеивал когда-то бороду и был Дедом Морозом. Ну здорово. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами станция Театральная. Я Марианна Мирная. И я Владимир Гащенко. И сегодня у нас абсолютно такая новогодняя история. Праздничная. Праздничная. И, конечно же, сегодня в нашей программе Дедушки Морозы и Снегурочка. Как без них? Давайте представим наших гостей. Это Михаил Каемов, Самарская площадь. Здравствуйте. Дмитрий Добряков, Театр Самар. Театр драмы. У нас сегодня главный Дедушка Мороз. Иван Иванович Мороз. И у нас одна совершенно замечательная. Снегурочка, это Вероника Агеева, Театр Самарская площадь. Ну, здравствуйте. Товарищи, ну, как дела, наверное... Товарищи, да? Ну, хорошо начала. Товарищи, нам надо отметить Новый год. Просто дело в том, что если нормальные люди, не артисты, вы уж простите, но вот Владимир Александрович сам говорит, что артисты – это диагноз. Нормальные люди в новогодние праздники, они там закупают какие-то продукты, подарки, вот у них такой вот кипиш дома происходит. Вы пашете, у вас период пахоты, каждое время. Миш, у вас что происходит, Вероника, в Самарской площади, у нас что сейчас? В Самарской площади есть у нас подъелочники, так называемые, это сказка о разумном зайце, вот идет у нас. Наши елочки посвящены детям инвалидным, сиротам и так далее. Это социальный проект, который идет от администрации. Вы хорошую, да, нагрузку чувствуете. Это, ну, я считаю, она обязательно, потому что без этого... Миша, а это вот всегда так, да, или первый раз? Нет, это периодически в нашем театре. Потому что эти социальные заказы нужно делать и нужно кому-то. Вы берете город или район? Берем город. Город. Да, мы берем непосредственно город. Вот. И к нам привозят сирот, привозят инвалидов. Угу. Вот. У нас все оборудовано для этого. Все Дед Мороз. У нас есть подъемники, мы даже принимаем детей на колясках, тяжелых детей. Вот. И поэтому как-то все нормально у нас в этом отношении. Мы поздравляем всех детей. Как Дед Мороз ходит, Снегурочка ходит. Снегурочка, Дед Мороз, новогодняя сказка. Все в полном объеме и составе. Подарки. Да, и сказочный герой. Дело в том, что у зрителей обычно Новый год начинается, 30-го хорошо, последние закупки, 31-го уже вот елка наряжается, и вот, в общем-то, президент говорит, и вот Новый год. А у нас какого числа в этом году мы начинаем поздравлять всех с Новым годом? С 25-го, с 24-го? Нет, мы начали с 21-го числа, с 21 декабря. 21-го уже Новый год. Да, потихонечку по 6 елочек в день. Три в одном зале, три в другом. Да, вот одну сделал Юрий Иванович Долгих, другую Сан Саныч Мальцев. Ага. Вот так вот. А Дед Мороз один на все шесть елок? Дед Мороз выходит в фойе. Фойе, общий. Да, он общий на две... Ага. Разогревает. Да, да. Нет, там, заходит в театр сначала, перед началом представления там встречают. Ага. Веселые ведущие задают праздничное настроение, потом все смотрят. Один на одну сказку, другой один на другую. Другой на другую. Уже неделю. И так еще до 9-го. До 9-го. Слушайте, с ума сойти, это сколько, это посчитать, я столько не знаю. А зато сколько радости, сколько счастья детства. Ну, детей много в городе, так что охватить нужно всех. Билеты все проданы. Уже нет ничего? Билетов нет. Иван Иванович, вы же, наверное, так вот давно не морозили, да? Давно я сошел с этого пути. Но тебя зато на старости лет Владимир Александрович вместе с Воробьевой и Тамарой Яковлевной обязали, как Деда Мороза, ходить по театрам и смотреть спектакли в честь нашей театральной музыки. Это у нас... взяла старт наша Самарская театральная муза, наш профессиональный конкурс. И Иван Иванович, член жюри в этом году, наш жюри меняется каждый год, вот ездит по всей области, во все театры смотрит, строгий, да? Пусть трепещут, пусть трепещут, очень строго. Как по посохам, как... Как посохам, и все. Вероника, не обидно, никогда не бывает, что вот все-таки Деду Морозу в основном все детское внимание, или все-таки есть детки, которые больше Снегурочку любят, а не Деду Морозу? Нет, конечно, есть такие
детки, особенно девочки, они очень любят Снегурочку, подходят, там берут за руки, проверяют шубку, говорят, а ты настоящая? Я говорю, конечно, я. Снегурочка не только мешок носит за Дедом Морозом, помогает, чтобы в рукавицах достать подарок. Не, я вам скажу, там много деток, особенно за 30, они в основном, кому за 30? А, детки за 30. Они в основном ждут Снегурочку. А Дед Мороз не столько. А у кого-то в этом году много будет деток за 30, за 40, за 50? То есть корпоративы. Мы несем радость всем. Всем корпоративам детям. Без исключения. Я однажды в школе был Дед Морозом. Ага. Первые классы у меня прошли просто на ура. Второй класс тоже. Третий класс я им загадку, они мне в ответ три. Я им загадку, в ответ три. А главное, классные руководители стоят. Давай выкручивайся. Детов не знали. А бывает такое, накажи же, ёлки, что-то бывает, что какой-то мальчик или какая-то девочка почему-то в День Мороза папу находит. Ты мой папа, ты похож на папу. Вот ассоциация вот это осталась. Это со мной было. А, ну. Со мной было. Значит, перед Новым годом корреспондент, фотокорреспондент Волжской коммуны заснял меня в гриме Деда Мороза. В шоколадной фабрике, в универмаге «Самара», все. А в это время пригласили из детского садика, где был мой Антон, пригласили меня сыграть там Дед Мороз. Я думаю, разоблачу я себя, сын закричит, значит, там он маленький был, года 3, наверное, 4. Я ему показываю эти фотографии, которые мне подарил фотокорреспондент. Я говорю, вот такой дедушка к тебе придет в садик. Он смотрел, сказал, что-то на тебя похоже. Я говорю, ну ладно, Антон, Дед Мороз только в сказках, ты уж, пожалуйста, никому не говори. Пришел я к нему, они стихи читают, он тоже стихи читает, восторженный такой, потом сел на скамейке, ерзает. Я говорю, ну вот, ребята, я теперь ухожу в лес, вы растите большие, умные, и все, ухожу. А он в это время на скамейке дергается. Моя папа! Моя папа! Слушайте, ну вот я очень в детстве любила, честно, Деда Мороза. Я вот обожала. У меня это был какой-то вот феерический образ. Есть, встречаются дети, которые вот, ну, такие уже там, ему еще там лет 8, но он уже такой весь там с гаджетами, там, со всеми делами, циничный такой 8-летний ребенок. И вот бывает, что он говорит, да ты не настоящий. Вот как и вот что тогда делать? К сожалению, вот по статистике, по работе, сейчас очень много таких детей, которые не верят в волшебство Деда Мороза и как в персонажа Деда Мороза. К сожалению, у нас очень открытые СМИ, которые доступны, у нас есть интернет, да, у нас есть много, как вы сказали, уже гаджетов, доступных детям непосредственно. Им интереснее гаджеты и интереснее Гарри Поттеры и так далее, да, чем Дед Мороз. Я лично кричал, я признаюсь, я кричал в коридоре квартиры до 11 лет. До 11 лет я кричал и верил в Деда Мороза. Последний раз в 11 лет я заорал, чтобы мне принесли елку, топая ногой, уже серьезно. И дядя Коля, мой сосед, с соседнего балкона, был тем, так сказать, волшебником, который поставил елку на мой балкон, потому что я строго следил за этим, и я не мог понять, как она там появлялась. И потом, когда я уже подрос, мне уже, так сказать, рассказали, что ну вот так вот, Миша. А если бы не рассказали? Я бы мучился, наверное, до сих пор. Сейчас бы ждал эту елку. Я и пошел в Деда Мороза, чтобы разгадать все это. Это родительская ответственность, да? Чтобы вот подольше ребенок все-таки. Прежде всего это зависит от родителей. Прежде всего, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, как они это обставят, как они это расскажут. И чтобы ребенок действительно верил в эти чудеса. Это светлое воспоминание. Дед Мороз, вот про свое детство если взять, это светлые воспоминания. Прежде всего, неожиданные какие-то, волшебные. Это же ожидание чуда. Это ожидание чуда и какого-то, знаете, сейчас это говорят наживы. Нет, это ожидание чуда было. И то, что если он мне подарил мячик, да, который стоил, допустим, 3 рубля 60 копеек, я видел, что на нем написано 3 рубля 60 копеек. 62 копейки стоило. Я думаю, что это волшебные деньги. Я думаю, что он сделан где-то непосредственно в цехах у Деда Мороза, потому что мы все из рабочих. Потому что вот
ограниченная фантазия у нас. И только надпись «Made in China» смущала. Да? Нет, «Made in China» не было даже, потому что было тоже только 3 рубля 63 копейки. Ну, знак качества иногда высматривали. Ну, вот традиция, вот. Она же соблюдается. Вначале выходит Снегурочка, да, как-то организовывает детей, потом зовут этого деда. Дед почему-то не слышит никогда с первого раза. Да, где-то традиция, это очень хорошо. Да, значит, наконец-то дед выходит, и первое приветствие, вот какое, говорит дед? Да какое? Вот, например. Какой сценарист напишет? Нет, ну, я вот знаешь, что говорит? Как вы все повырастали. Нет, подросли большими, стали, это уже финал. Да, да. Это финал? Конечно. А я вначале говорил. А меня-то вы все такой же я седой, все с такой же бородой, та же шапка. Красный нос, вот такой же я веселый, любящий ваш Дед Мороз. Видите? Какое начало, запомните. А меняется с каждым годом? Вот меняется вот этот текст для дедушки и Снегурочки? К сожалению, нет, это штамп. Да нет ничего лучшего, это же как бы традиция. Или не надо, да? Лучше пытаются, но все равно лучше того, что вот было, его и нет. Тех же игр, там есть «Заморожен», «Рукавичка», «Не выпустим», там если с детьми. Подвижные. Мы придумали их лучше. В моем военном детстве я вот вспоминаю с грустью. Мы голодные, там холодные, приходили на эту елку. Елка была настоящая, все, ватные там игрушки. И тетя Маня с бородой ватной говорила нам, но она говорила: ребята, какие вы молодцы, что вы слушаете маму, пока папа там воюет. И я никогда не забуду, как потом после этой елки мы ели пшенную кашу с маслом. Это да. вот это самое. Да, вот оно, волшебство. Вот. Ну, война, тетушка, это естественно. А вот Снегурочка, как правило, ну, поет, наверное, что-нибудь там? Нет, я не пою. Ты не поешь? Ты не поешься? Ты разговаривающая? Я разговариваю. А вот ты выходишь к детям и вот... Что ты говоришь? Как ну, сначала я здороваюсь, говорю там, здравствуйте, дорогие ребята, какие вы все красивые, нарядные, а меня-то вы узнали? Ну, как бы начинаю с этого, они, естественно, узнали меня, потом я с ним провожу какую-нибудь игру. А вот песни те же ведь остаются, в лесу родилась елочка, маленькая елочка. Что лучше-то? Нет ничего лучше. Слушайте, а взрослые детки, вот те, которые за 30, они тоже вот в какой-то момент начинают просить вот это вот елочка там? Вы знаете, некоторые дети очень скучают. Вот есть дети, я встречал детей, которые скучают по этому. Вот стоит, допустим, 13-летний мальчик. Конечно, он комплексует. Ну, он считает себя уже личностью, да, он позиционирует себя как взрослый человек, да, в принципе. И ему как бы стыдно ходить в этом хороводе, да, когда вот разный возраст детей, допустим, на елке. И как-то вот. А потом я начал замечать, если Дедушка Мороз как бы плохо работает, да, то вот эти 13-летние дети, они как бы остаются в стороне. А если Дедушка Мороз хорошо работает, как-то завлекает подвижной игрой, допустим, какой-то, то и тот же 13-летний, он как бы козликом начинает, так сказать, подскакивать и смеется еще над малышами, как бы, и ловит кураж. Просто это зависит еще от умения, так сказать, найти подход. От серьезы. Да. Какой год наступает? Вот, кстати, о козликах-то. Год козы вот про козлика. Год наступает, причем зеленый, деревянный. Козы. Какой ужас. А какой год мы провожаем? Провожаем лошадь. Вот слава богу, мы теперь не будем пахать как лошади вот в следующем году. Не, ну мы очень ударно в театрах завершили год бедной лошади, которая очень много работала. Вот у Димы профессиональный дебют произошел режиссерский. Дима Добрякова, мы все знаем как артиста, а вот впервые Дима поставил спектакль. Дима. Рассказывайте. Давайте несколько слов спектакль. И покажем. У нас есть видео, да? Да. Или есть давай, давайте, хорошо, давайте посмотрим фрагмент из спектакля «Манюня», небольшой сюжет режиссера Дмитрия Добрякова. Название какое хорошее, «Манюня». Сейчас поговорим об этом. Смотрим и возвращаемся. Когда утро встает, ради его
Красные черевички 3 рубля 25 копеек в советское время. Сегодня куплены на барахолке. Для роли. Хулиганка Марина Щетинина, актриса театра «Самарт», главная героиня спектакля «Манюня». Со своим персонажем нашла много общего. Совсем еще молодая актриса очень хорошо помнит свои детские приключения. Они все время были с какими-то последствиями, поэтому гордиться, наверное, нечем. Но я помню, как я в детском саду сказала, что «а давайте поиграем в парикмахерскую», и я всем намыла голову песком. А потом у нас у всех завелись вши. Вот. Кроме меня, потому что себе я голову песком не мыла. Армянская писательница Нарине Абгарян написала удивительную книгу о девочке Манюне. Добряк и весельчак по натуре, полностью оправдывающий свою фамилию актер Самарта Дмитрий Добряков, 4 года назад проникся произведением и написал инсценировку. Признается, что первый вариант был отвратительный, но взявшись за дело с профессионалами, что-то получилось. Режиссерский дебют Дмитрия – смешной и трогательный рассказ о том, чего не вернешь. К этому времени не будет больше никогда. Поэтому у нас как бы и ностальгия, и сердце иногда зажимается, вспоминая это. Хотя мы смеемся, как бы, а при этом мы чувствуем какую-то грусть. Мне кажется, вот это вот, она поймала Абгарян в своей книге, вот это вот состояние, когда вроде бы весело, а на самом деле и тепло на душе, и грустно. Юмор, светлая грусть и ностальгия по детству ждут тех, кто захочет окунуться в атмосферу дружбы и теплоты, искренних отношений, пионерской честности с армянским колоритом. Дмитрий, ну прекрасно, и премьера прошла замечательно, и вот все вообще... 5 спектаклей прошло пока. Вот. Спектакль потрясающий совершенно. Рассказывайте, как ставилось, как, что, и... Вообще, что такое? Стать режиссером, будучи артистом, мы с одной стороны знаем, как это выпускает спектакль, а вот с точки зрения режиссера, вот что это такое? Весь театр работает на тебя, и в данный момент мне, как театр, помог... У меня претензий нет никому, у меня только восторги. Все цеха мне. Я, на все самом помогали. Деле, да, мне помогали все. То есть от постановочных и бутафорских. И... У меня проблем не было. То есть вот что-то я, что я просил, мне то и делали. Артисты слушались? Артисты – это самый лучший цех, который с ним легче всего. То есть тут проблем вообще никаких не было. Правда, 19 человек было, то есть как бы такое, ух, достаточно, да, много заметил. Ну, а не было такого, да, что, да, ну вот там вы какую-то даете команду, задачу ставите, а там артисту, может быть, это не совсем близко, и так по-братски, ну, там, Диман, там, ну, нет, там друзья. Не так, нет, ну, а что там, как бы, мы же одно дело делаем, то есть мы друг друга понимали, нет, такого не было. В актерской профессии нет блата. Либо делаешь, либо нет. Ну, то есть даже ситуаций таких не возникало, как бы. Все работали. А вот говорят, что всегда не хватает одного дня. Тебе хватило? Володя, я дева, у меня все распределено. Сколько мне не дали времени, ну то есть я должен. Вот когда я распределился ровно так, я себе знал, я знал, что у меня будет там. Вот мы приедем из Саранска, у меня будет неделя на выпуск, я за эту неделю выпускаю, 8 числа в любом случае я делаю прогон для одного состава. Ага. Прогон, два, ночью, да? у меня 2 состава получилось, да. Мы делаем прогон, световую репетицию, то есть для одного состава, 9 для другого, 9 утром делаем прогон и премьера. И ага. Как бы... Я это уже для себя делал, и под это у меня было готово все. А вот Дима, Дима, а вот зритель пошел, ты реакцию зрителей, вот ожидаемых много было реакций, которые ты планировал? Или ну, что-то? Ну? Да, какие-то вещи, да, но были и неожидаемые. То есть, как бы, это всегда, ты на это смотришь и... Ну, кое-что даже переделывали мы, чтобы это было чуть-чуть поострее. Вот, там, ну, вот такая замечательная мелочи, история, да, произошла в театре «Самарт», называется, да, «Манюня», дебют Дмитрия Добрякова. Приходите, да, приходите смотреть. Да, в театре «Актерский дом» тоже произошла премьера. Премьера очень такая, с очень таким знаковым автором, как Николай Гоголь, «Записки сумасшедшего», это моноспектакль Михаила Калемова. Главный герой этого спектакля. Миша, какие Михаила у тебя ощущения от встречи с Гоголем? Это же не первая твоя встреча с Гоголем. Да, это не первая встреча с Гоголем. Гоголь для меня всегда... Я вот считаю, что это твой автор. Ну, Володь, дело в том, что Гоголь, я всегда Гоголя покорял, ага, покоряю и буду покорять, потому что это вершина, которая... практически невозможно покорить. Так с разбегу. Недаром говорят, что у Гоголь это чертовщина, это мистика, это тяжелый слог прежде всего. Гоголь это целое огромное поле непаханное.
И поэтому я не могу как бы сказать, получилось у меня, что-то не получилось. Пока рано об этом говорить. Ага. Пока есть проект, пока он идет. И ага. как бы есть неплохие отзывы, есть хорошие. Ага. И вот когда я все это в голове своей подсоберу, тогда может быть какой-то вывод я и скажу. Потому что у нас премьера не заканчивается работа над спектаклем, потому что спектакль как живой человек, да, растет. Да, тем более это моноспектакль, да, поэтому как бы моноспектакль, они всегда тяжелые. Проблемы с артистами были? С режиссером. Режиссер Леонтий Бородулин, это молодой режиссер, выпускник нашей театральной академии, красный дипломник. Дай бог ему вообще доброго пути в этой профессии. Ну, зрителю я могу сказать, что я не знаю, что там чувствует Миша на самом деле, но я как руководитель вот этой всей истории Дома актеровской, театра актера Домовской, как угодно, я могу сказать, что ни на декабрь, ни на январь билетов уже нет. Скоро февраль, поторопитесь. Слушайте, ну вот хочется еще какой момент затронуть. Вот все-таки мы начали немножечко, год козы наступает. Я вот начиталась в интернете, признаюсь, что год обещает позитивные, не радикальные, но позитивные изменения. И, в общем, что козочка – это такое мирное животное, в принципе, травочку-муравочку кушает. Вот, у кого какие пожелания вот для себя, для своей семьи, для своих близких, друзей? Давайте, может быть, и зрителю нашему пожелаем что-то на наступающий вот уже со дня на день Новый год с девушкой, с Вероникой. А Снегурочка всегда первая. Снегурочка, я хотела бы пожелать всем здоровья, это самое главное, ну и своей семье, и себе, и близким, и родным, и зрителям, потому что без здоровья, как бы, мы уже понимаем, что ничего другого уже не нужно будет. И вдохновение побольше всем, и творческого вдохновения, и тем, кто не творческой профессии, вдохновение, потому что в любой работе оно необходимо. Замечательно. Иван Иванович. Я бы хотел сказать всем жителям города Самары, чтобы приходили в театр, и мы для них будем работать. Вот он, актер со стажем. Да. Что угодно, да. В театр. Мне понравилось, чтобы вот про травку, про козу, чтобы поменьше потрясений, чтобы хочется какого-то спокойного года, чтобы молодец. Никто бы не говорил там про цены на нефть, про стоимость валюты. Да, ходить в театр, на выставки, по Волге гулять. Хочется спокойного, хорошего года. Как вы сказали, козы, пусть он такой будет. Я за. Да, я присоединюсь к Диме с удовольствием. Всем жителям хочу пожелать благополучия, прежде всего. Ну и, соответственно, чтобы наша козочка не оказалась бодучей. Вот, как бы вот так вот. Все, остальное зависит только от нас. Слушайте, ну, замечательные пожелания, но вот еще хочется спросить. Вот, опять же, все нормальные люди в новогодние праздники, они на лыжах катаются, там, на сноубордах, какие-то там коньки, санки и прочее. Вам-то как когда-нибудь, вам хочется самим-то тоже, может быть, куда-то поехать, отдохнуть, я не знаю, что-нибудь? Или вы подождете, пока вот эта процессия вся это закончится? Вся Самарская площадь, насколько я знаю, в январе 33 спектакля. 34. Вот тебе и лыжи, вот тебе и санки. Но зато радость творчества. Нет, радость одна, то что зима-то у нас 8 месяцев. Поэтому мы в любом случае успеем. Вот и все. Нет, мне нравится 1 января утром в 9 часов, в 10 мы с детьми приходим на площадь Куйбышева зачастую. И тут интересно, получается, кто-то уже на коньках утром отдыхает, а кто-то еще с вчерашнего дня гуляет. Такой микс. Так хорошо, ты катаешься, тебе хорошо. А кому-то еще, у кого-то еще другой день не начал. Ну так интересно смотреть. Так что вот 1 числа, слава богу, у нас нет. Елок 1 числа. Хотя раньше было такое. У меня было такое время, когда были елки. Некоторые 3 числа просыпаются, а где же 1 и 2? Слушайте, а насчет подарков? Уже всем все купили, подготовились близким, родным? Нет, к сожалению. Я думаю, что 31-го я успею наконец собрать все подарки. Да, по-моему, для наших родных и близких самый дорогой подарок, чтобы мы были рядом. Кстати, не на очередной елке, да, не на очередном корпоративе.
Наше руководство 31-го сделало для нас выходной, поэтому... Все... А помните, было, Иван Иванович, как мы обязательно что-то играли, с боем часов валивались по спектаклю, и никак не могли понять, кто же эти люди, которые заполнили зал. У них все готово! Было и так. Вероника, вы где 31-го? Я буду отмечать дом с семьей. Замечательно. Иван Иванович, ну вы с семьей. Обязательно с супругой, обязательно я постараюсь украсить наш уголок. Естественно, будет звонить сын из Финляндии. Обязательно у нас есть маленький телевизор, который перенесет нас туда, а они к нам придут. И вот мы будем смотреть вот и сам. Дима? Ну, я работаю. 12 часов в одном месте, потом в другом. Так, ну я где-то часам к 4 буду дома уже. Успехов и энергии. Дома. Это семейный праздник, поэтому его нужно встречать дома. Слушайте, ну вот каждый раз вот со всеми артистами, когда разговариваем, все говорят, что вот все, в этом году работаю последний раз, в следующем году обязательно дом. И история повторяется. Я так не говорю никогда. Нет, дело в том, что как бы всех денег ты не заработаешь в этой жизни, а есть какие-то ценности, которые потом уже начинаешь осознавать в процессе работы. Как, допустим, проработаешь уже 10-15 лет, и действительно уже начинаешь осознавать, лучше дома, лучше с семьей. Кто ну, мне вообще весело было. У меня папа всю жизнь Дед Морозом был, потом меня с собой в качестве Снегурочки начал таскать, поэтому я все равно синюю как-то новое долгое время отмечал. Тоже вариант. Кстати, да. Тоже вариант семейный. Тоже вариант. Ну вот, наверное, так мы и завершаем нашу последний выпуск передачи. Я забыла! Последний выпуск передачи в этом 14-м году, но он особенный. Это, в общем-то, единственная передача о театре, и если брать все телеканалы нашей области, и огромное спасибо, что на ГИСе она выходит уже не первый год. Так вот, сегодня она у нас юбилейная, 30-я. 30-я программа. Можно мы сами себе поаплодируем, потому что... Давайте мы вам поаплодируем. Вот, поэтому у нас сегодня тоже небольшой такой еще внеочередной праздник, помимо того, что Новый год наступает. Ждем вас всегда на станции Театральная, и вас, дорогие телезрители, тоже ждем. До встречи в 2015 году, пока непривычно. В 2015 году. До свидания. До свидания.